Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В какой бы организации я ни работала, со временем мне предлагали руководящую должность. Я отказывалась, наверное, боялась. Я ведь очень добрая, а доброта, она в этой должности не нужна. Так я и сказала своему мужу. На вопрос, почему отказываю, сказала, что слишком добро. Как вы думаете, что он обо мне думает теперь, что я прятка? Ну, думает ли он теперь, что я прятка? Спрашивает Марина Юрьевна. Ну, вы знаете, у вас вот по описанию очень много таких установок в голове, я бы сказал, ну, таких, знаете, негативных много установок у вас в голове, вот, которые вам, в общем-то, создают ограничивающие моменты в вашей жизни, вот, и так далее. Значит, первое, вы говорите, везде, где бы я ни работала, мне предлагают руководящие должности, но при этом, говорите, я отказывалась, потому что я добра. Вот. Ну, знаете, если вам предлагают руководящую должность, а вы вот, ну, добрая, а вам предлагают руководящую должность, я как-то думаю, что, ну, коль вам ее предлагают, то, наверное, доброта не что-то такое плохое. Вот. Иначе бы вам не предлагали бы должность, как вы считаете. Как вы считаете? Вот. Это первое. Второе. Ага, ну, вот. Почему вы решили, что вы добры? Ну, то есть, я не говорю, что вы зла, да? Но мой вопрос, он больше именно про то, что указывает на то, что вы добра. Как вы понимаете, добро. Потому что если вы отказываетесь от чего-то, да, если вы прогибаетесь под чем-то, это не, ну, это не доброта, вот. Это страх, может быть, это могут быть, ну, какие-то вот насильственные установки, которые у вас есть, вот, ну, у вас в сознании, недоброта. Вот. А почему вы решили, что нельзя быть добрым на руководящей должности? Почему вы решили, что руководители — это обязательно злые люди? Вот. С чего вы так решили? Дальше.
Вы говорите, вы пишете. Я сказала своему мужу на вопрос, почему отказывал. Сказала слишком добрый. С чем связан вопрос вашего мужа? Да? То есть. Ну. С какой целью, да, он интересуется этим, ну, этим вопросом. Это было бы интересно тоже узнать, потому что мне вот, ну, вот лично мне, да, ну, представляется эта ситуация так, что отказываться или нет, это исключительно ваше право. Это вот ваше право. Как вы, ну, условно говоря, да, ну, распоряжаетесь, значит, ну, вот, своей, ну, своей жизнью. То есть мне кажется, что это полное ваше право. Вот. И, я слабо, очень слабо представляю, вот с какой целью ваш муж, да, спрашивает вас, ну, об этом. Почему он спрашивает об этом? А то, что вы ему ответили, я имею в виду, ну, мужу, да, вот, то, что вы ему сказали, какое это вообще, ну, имеет значение, вот, если можно так выразиться. И вот вы говорите, то, что он думает о вас, вы тряпка. Ну, почему вы не спросите у него сам? Что он о вас думает? И почему вы думаете, что мы знаем вашего мужа лучше, чем вы сами? Это, ну, вот, это такой момент, на который вот я хотел бы обратить ваше внимание, ну, сейчас. Вот. А еще хотел бы сказать вам, вот, что, как вот мне видится, ну вот, ваша ситуация, как она мне видится, то, что у вас очень много тревоги, у вас очень много, знаете как, страх, очень много страха, вот, и
у вас с одной стороны идут страхи, да, а с другой стороны есть некие такие все-таки, как мне кажется, знаете, амбиции. Вот, потому что вы себя так ведете. И получается, что вы себя сами все время передергиваете. Вот. То есть вот вам хочется одного. Вот. А вы делаете совсем другое. Вот, ну то есть, вы делаете, совсем не то, вы делаете, что вам хочется. Вот. И вот, в общем-то, ну я бы сказал, что вот, недовольство ваше, у которых копится, ну, выражается, ну, в таких мыслях о себе, что я тряпка, говорите вы. Вот. Хотя, ну, на самом деле, да, то есть даже если вы, там, ну, как-то вот, если вы отказываете, да, если вы как-то вот, если вам сложно отказать, там, людям, да, и так далее, ну, все равно назвать вас тряпкой, ну, как бы, ну, очень грубо. Вот. То есть вот вам нужно понять, что вот эта грубость, значит, к самой себе. Вот. Ну, это вот в какой-то степени грубость на кого-то. Вот. Только вот пока что, да, вот. Пока что. Ну вот, не совсем понятно. Значит, что ее провоцирует? Вот. Понимаете, да? Какой момент? И вот, пожалуй, что задача психолога, да, здесь, она и заключается в том, чтобы вот помочь вам, значит, с этими моментами вот, разобраться, чтобы не поисследовать эти моменты. Вот, я думаю, что такой ответ я могу вам сейчас предложить с точки зрения, ну, психологии, да, с точки зрения психотерапии. Вот. И, соответственно, что делать? Ну, во-первых, работать с личными границами. Это первое. Второе, работать с самооценкой. Вот. Это вот необходимая вещь. Ну, на мой взгляд, необходимая вещь, на которой вам нужно свое внимание обращать.
Вот так задумал. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, будем рады вам помочь.